Минэкономразвития России возьмет на особый контроль соблюдение моратория на проверки малого бизнеса в 2022 году. В случае давления на местах предприниматели смогут через соцсети или по телефону обратиться в министерство за помощью. За минувшие сутки в Карелии COVID-19 обнаружили у 145 жителей. В состоянии средней тяжести находится 31 человек, в тяжелом состоянии двое. Подтверждены два летальных исхода от коронавирусной инфекции. У одного из жилых домов в Петрозаводске обнаружено тело 27-летней женщины. Предварительно установлено, что она выпала из окна шестого этажа своей квартиры. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Обстоятельства выясняются. По маршруту Куковка-поликлиника номер 4 организован социальный рейс в связи с обращениями жителей Петрозаводска. Перевозки выполняются по будням 5 раз в день. Остановки по пути следования предусмотрены. Поезд «Орлан» сортовало ладейное поле на перегоне станции Питкеранта-Салми, сбил лося. Животное вышло на железнодорожные пути перед близко идущим составом. Наезда избежать не удалось, Сахатый погиб на месте. Задержка в движении поезда составила 30 минут.